Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада каждому из вас. Большое спасибо, что вы нашли время и возможность прийти сегодня на просмотр нашего фильма «Недельные первые километры войны». Ну, понятно, что время сегодня драконовское, воскресенье, 3 часа дня, все на дачах и в отпусках, но тем не менее в данное время в нужном месте собрались ровно те, кому следует посмотреть этот фильм, пообщаться, и по окончании фильма я всех приглашаю в ресторан. Мы с Юрой привезли вина, я думаю, это будет приятным дополнением сегодняшнего обеда и дня. Начнем. Наше мероприятие мы с прекрасных песен, лирических и бесподобных, которые исполнит заслуженная артистка России, почетный гость нашего сегодняшнего мероприятия, партнер нашего фильма и всех следующих кинопроектов Вера Берац. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Я рада, что нас все равно больше, чем 3 человека. Последний концерт, который я пела, правда, мне очень хорошо заплатили, было 3 человека в зале. 3 человека. Но это я шучу, а на самом деле я благодарна Ольге Лаптевой за то, что она пригласила меня сегодня спеть 2 военные песни. Я вам расскажу об этом. Спасибо тебе огромное, Оленька, потому что ты такой творческий человек. И, конечно, я не на даче. И я вот сюда приехала с дачи. Да, и хотя, как ты говоришь, время драконовское, но фильм, даже не то, что здесь собрались люди, которым стоит его посмотреть. Это стоит посмотреть вообще всем людям на самом деле. Вот такой фильм. И я еще раз буду смотреть его и пропагандировать этот фильм. Ну и свое небольшое музыкальное выступление мне хочется начать с песни о разведке, о разведчиках. Написал это произведение Александр Галич и Константин Молчанов. Называется оно «Сердце, молчи». Сейчас, Кирилл, кто-то входит. Проходите, пока мы не начали. Чуть погромче микрофон, Кирилл, чуть-чуть. Да, проходите, пожалуйста. Прошу вас, сердце, молчи. Сердце, молчи в снежной ночи. Опасный уходит разведка с песней в пути. Легче идти, только разведка в пути не поет. Ты уж прости, где-то сквозь снег.